Здравствуйте, дорогие дивногорцы. Мы находимся на 71-м избирательном участке. Беседуем с председателем участковой избирательной комиссии Шкарбун Светланой Николаевной. Здравствуйте, Светлана Николаевна. Скажите, пожалуйста, какая сегодня у нас второй день выборов? Какая сегодня явка по сравнению со вчерашним днем? Явка сегодня послабже, видимо, люди все-таки уехали на дачу. Ну, мы так и предполагали, что завтра приедут, наверное, будем добирать процентами. Вчера у нас было почти 17%, да, а сегодня почти в два раза меньше, да? Скажите, пожалуйста, сколько было впервые голосующих вот за эти два дня? Ну, впервые голосующих тоже немного, 7 или 8 человек. А что делать дивногорцам, которые не могут самостоятельно прийти по состоянию здоровья на избирательный участок? Как им быть, если они хотят проголосовать? Ну, они могут позвонить по телефону 359-13, и мы приедем с переносным ящиком к ним домой. И они смогут проголосовать. Нужно заранее подать заявку, да? Да, заявочки принимаем завтра до 14 часов. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Да, не за что. До свидания.